Очень хорошо намотали нам якорь. Очень хорошая, прекрасная ручная работа. Вы только посмотрите. По сравнению с тем, что было, это небо и земля. Прекрасно. Старый советский провод ПЭТ 155. Диаметр 0,56. Шикарно. Балансировочка. Ламели обточили. Залито просто прекрасно. От себя я добавил правильную форму лопаток вентилятора. Воздуха будет гонять больше. Остывать будет быстрее. Шикарно. Сейчас все это соберем. С новой обмоточкой, с новой формой крыльчатки, с новыми подшипниками. Здесь у нас получается, сделал ограждение хорошее, чтобы смазка никуда не девалась. А то это все хозяйство у меня работало на сухую. Не заметил. Потом сделал герметизацию вот здесь вот в корпусе. Выточил алюминий, запрессовал его в корпус. И там резиновая прокладочка, которая не дает мотору сосать воздух из области, где смазка. Иначе смазка быстро высыхает. Сейчас мотор у нас будет сосать только с этой стороны, а с этой стороны никакого подсоса не будет. Также закрыл вот эту дыру огромную, зачем она нужна, не знаю, чтобы лишняя пыль тоже сверху не попадала. Далее по коробке сделал полностью ревизию. Пришлось сделать новый рычаг переключения. Сейчас переключения четкие. Тут один есть конструктивный косяк такой, что при подключении второй передачи шестеренка должна упираться в корпус, а она висела на вилке. Сейчас все сделано правильно, все шикарно. Тоже полностью герметизацию сделал, чтобы смазочка там дольше сохранялась. Все хорошо, сейчас соберем и попробуем запустить. Станок наш заработал, и угадайте, что мы сейчас будем делать. Все тот же радиатор. Но на этот раз мы подготовим фрезы. На этой фрезе, так как я пользуюсь только цветными металлами, я, наверное, через один зуб просто уберу и подготовлю еще одну вот такую фрезу. Тоже уберу через один зуб. Красота такая получилась. Сейчас пойдем теперь сделаем режущую кромку. Подправим его по высоте зуба. Красота!
Шикардосовский радиатор получился. Теперь его надо сюда запихать. Кое-что отрезать. Он у нас вот такой. Зажимной будет. Вот мы его сейчас запихаем вот до сюда. Остается запас около 1,5 сантиметра до вентилятора. Надо прорезать так, чтобы он туда легко зашел. Фрезернем. Радиатор у нас встал на место. Боковые отверстия на моторе не стал прорезать, так как у нас здесь есть воздухозаборники внутрь мотора за вентилятором. Получается, надо было увеличить выходные отверстия. Выходные отверстия увеличил. Вот они шикарно выглядят тут. Следовательно, здесь в боковых отверстиях надобности уже нет. Весь воздух будет выходить просто сзади. Обдувать очень хорошо коллектор и убирать мусор. Скорость потока воздуха будет шикарной, так что охлаждение будет как надо. Заведем, посмотрим, как он шумит. Дует просто шикарно. Греться с таким радиатором мотор наш точно не будет. Следующая наша задача — сделать на наш радиатор рубашку и сделать направляющую рубашку на вентилятор, чтобы КПД нашего вентилятора было 100%. Кому понравилось видео, подписываемся на канал, делимся с друзьями, ставим лайки. У меня на этом все. Пока-пока.